Всем привет! Если я скажу, что русская кухня отличается изобилием разнообразной выпечки, то буду полностью права. Сегодня для сайта Yimcook мы пожарим самые быстрые пирожки с яйцом и луком. Наш рецепт подразумевает не только приготовление домашней начинки для пирожков, но и самодельное тесто, для которого потребуется пшеничная мука, вода, разрыхлитель, куриные яйца и соль. Мука высыпается в миску с высокими бортами. Я это делаю на глаз, но вам не рекомендую придерживаться выбранного по списку количества ингредиентов. Воду необходимо хорошо нагреть, а затем добавить в миску с мукой. Сразу начинаем с намешивания теста с помощью лопатки или ложки, чтобы не обжечься. Часть теста заварилась, и теперь можно добавить соль. При интенсивном помешивании заварная кипятком мука быстро остывает. Далее в тесто вводятся куриные яйца. Продолжаем замешивание теста лопаткой. Добавляем еще немного муки, затем переходим на ручной способ. В итоге мы имеем нежный и эластичный колобок пресного теста для жареных пирожков. Тесто убирается под пленку, а затем в морозилку на 10 минут. Пока отдыхает наше тесто, готовится начинка. Для начинки нам потребуется зеленый лук, вареные куриные яйца, соль. На оливковом масле я пожарю пирожки. Можно использовать любое другое масло для жарки. Чистые перья зеленого лука измельчаются ножом. Сваренные вкрутую куриные яйца очищаются от скорлупы. Делятся на две части, а затем нарезаются кубиками произвольного размера. Измельченный зеленый лук отправляется в миску. За ним в начинку следуют куриные яйца. Все хорошо перемешивается. Начинка приправляется солью. Извлекаем тесто из пакета и хорошо подкатываем руками, используя муку. Делим ножом на несколько кусочков. Каждый кусочек скатывается в жгут.
Жгуты нарезаются маленькими шариками. Все шарики присыпаются мукой. Раскатываются скалкой в тонкие круги. В серединку каждого круга выкладывается зеленый лук с яйцом. Лепятся наши пирожки в форме лодочек. Обжариваются в раскаленном масле со всех сторон, с каждой стороны по минутке. Выпечка подается на перекус в горячем или в теплом виде. Ямкук желает вам приятного аппетита!